Семь веков люди не могут найти сокровища Чингисхана, основателя самой большой империи в истории человечества. Некоторые стали догадываться, что искать эти богатства нужно не под землей. Один из казахстанских телеканалов обратил внимание, что на озере Алаколь, где когда-то останавливалось войско Чингисхана, уже несколько лет проводят рыболовно-туристический фестиваль «Окунь-Коль». Казахстанский журнал «Ветер странствий» и Центр семейного отдыха «Пеликан» устраивает его в сентябре, когда сходит на нет волна туристов и на берегу нет лишних глаз. Участники «Окунь-Коля» состязаются в ловле подозрительно маленьких рыбок величиной около 15 сантиметров. Для того, чтобы выяснить, что на самом деле ловят эти любители бархатной рыбалки, на берег Алаколя отправили известную журналистку Ольгу Наглаеву. Ветер шальной, фортуна спиной, от неудач потерян покой. Эти симптомы так всем знакомы. В душе ветра ты хмуришь брови с утра, но разобрать проблемы пора. Что-то случится, переключиться, как говорят доктора. Дарите солнце каждый день по утрам. Дарите солнце, сколько не жалко вам. Дарите солнце, словно хлеб пополам. Дарите солнце, солнце подарят вам. Я еду на Алаколь в командировку расследовать одно дело. Мне кажется, там есть клад. Услышав о кладе, криминальный авторитет Франк решил скорректировать свои планы на отдых. Дарите солнце, сколько не жалко вам. Дарите солнце, словно хлеб пополам. Дарите солнце, солнце подарят вам. Первым делом Ольга, как истинный мастер журналистских преследований, то есть расследований, решила прощупать рыбаков. Встав в 6 утра и выйдя на берег, она поняла, что главное в утреннем клеве не клевать носом. Особое подозрение вызвал Муслим Агапашаев из команды «Карган», который вылавливал рыбы больше, чем все остальные. Уж не помогает ли ему кто-то под водой? Ольга не догадывалась, что вместе с ней поиск сокровищ начал мафиози Франк и его подельники Разболтай, Жужа и Колорадо, которые незаметно внедрились в число участников фестиваля. Мы находимся на побережье озера Алаколь. Здесь собралось большое количество людей, и почему-то все они, не сговорясь, делают вид, что ловят рыбу. Но мы видим, что здесь ни одной шпаклевки. То есть поклевки. Сейчас разберемся. Я думала, клад нашла. Здравствуйте. Что вы здесь делаете? Чем вы здесь занимаетесь на побережье Алаколь? Рыбку ловим. Но мне как-то не верится. Вы вообще что-нибудь поймали сегодня? Нет.
Раскройте свою тайну. Что вы здесь делаете? А это наш секрет, маленький, но секрет. Это страшная тайна. Пойду узнавать дальше. Все ловят рыбу, но ни у кого не получается. Только у вас 5+. Скажите, может быть, есть какая-то тайна? Да нет никакой тайны. Это чисто удача. А может быть, Алаколь хранит в себе какую-то тайну, и вы нам не хотите рассказывать? Да, конечно, Алаколь что-то хранит, конечно. Видимо, он самому подготовленному улыбается. Вот окунь на 105 граммов. И ради этого вы приехали на Алаколь? Конечно, ради вот этих красавцев. Ой. О, какая она скользкая. Безусловно. Франк регулярно проверял, как идут дела у его агентов. Непонятно, с какой целью приехал на фестиваль певец Александр Цой. В то время, когда лидеры команд Робинзон и Карган, не распрямляя спиннинга, боролись за главные призы, Александр ни разу не прикоснулся к удочке. Вместо этого он целыми днями проводил турниры по теннису, бильярду и распевал свои песни, в которых фигурировала таинственная девушка Гуля. Ее я встретил первый раз в Ромсторе ближе к весне. Краснее имя спросил, она ответила мне: Гуля, Гуля. Гуля, 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 гуля. Пойдем со мной на Азию, Даосы. Я уверен, ты не видела такой красоты. Я покажу тебе, как умирает день. Как на меде угаснет солнце и находит день ровно в семь. А когда выпадет снег, я отыщу Малахай. Надену и приду, попробуй, Гуля, узнай, во мне корица. Я прирожденный казах. Когда пробьет мой час, я прочту любовь в твоих глазах. А может, ты не будешь против похода в кино? Какие фильмы ты любишь? Хотя не все ли равно, Гуля, Гуля. Кроме рыбаков, на фестиваль Окунь-Коль приехали ученые, называющие себя ихтиологами, а также туристы, которые целыми днями с какой-то целью бродили по берегу. Особенно их привлекали длинные каменные косы, уходящие вглубь озера на несколько километров. Куда они ведут? И кто построил эти дороги в рыбье царство? Ихтиофауна включает 24 вида, из них 6 видов имеют значение промыслового, а остальные виды считаются сорными видами. Из-за окуня здесь приходят многие рыбаки, любители. Мы здесь вот ежегодно проводим комплексные экспедиции, проверяем, смотрим за рыбой, каково его состояние, и определяем запас и выдаем лимит на следующий год. Здравствуйте, извините, сейчас на Алаколе проходит рыболовный турнир. Почему вы не участвуете? И вообще, что вы здесь ищете? Sorry, I can't understand. Жужа была внедрена в столовую в качестве кассира. Франк надеялся, что сытые рыбаки взболтнут лишнего. We'll be right back.
Еще одним завсегдатаем фестиваля был акын и проходимец по родному краю Олег Баблов. Он также не рыбачил, а делал вид, что наблюдает за птицами. Хотя всем было понятно, наблюдает он за девушками. И что на самом деле он не bird-watcher, а girl-watcher. Мы пробили путевки через институтский правком. И автобус быстро мчит без остановки нас туда, где так дышится легко. Распорядку. Здесь уют и покой. Нас поселят в деревянную палатку, и крутая костелянша протрубит отбой. Ой, труба заждет вас круглый год. Нет лучше средства от печали и невзгод. Приезжайте, не тяните суеты, порвите нити. Если кошелек вам не наплакал, мы ударим по струнам, вдаль умчится тоска, и к тому же специальная микстура для компрессов есть у нас. Пока труба заждет вас круглый год, нет лучше средства от печали и невзгод. Приезжайте, не тяните суеты, порвите нити. Если кошелек вам не наплакал, забыв домашние дела, на горном склоне я разденусь догола. Вон в бинокль следят плутовки, жаль, недолог срок путевки. Пора одеваться, где ж одежда, вот тена. Пожалуй, самой мистической фигурой фестиваля «Окунь-Коль» был сенсей Сан Саныч. Он не только не ловил рыбу, но даже не ел ее, являясь последователем восточных учений. И это несмотря на то, что в центре «Пеликан» отлично готовили жареного окуня. Говорят, самого экологически чистого в стране. Наверняка сенсей общался с духами озера и знал то, о чем молчат рыбы. Вы каждый год приезжаете на фестиваль «Окунь-Коль», но никогда не ловите рыбу. Какие ваши настоящие цели? Пойманная рыба не моя цель. Попасть в десятку. Вот что самое главное. Вы что-то скрываете? Скрытость – это признак многозначительности. Иногда сенсей Сан Саныч отправлял своих учеников из центра «Пеликан» в долину реки Жаманты, где они изучали древние техники владения оружием с помощью петроглифов. Возможно, наскальные изображения скрывали и тайну сокровищ Чингисхана. Но попасть в эту долину было очень трудно. Путь в нее охранял таинственный воин в черной маске. Он пропускал лишь тех, кому сенсей говорил заклинание. Но для того, чтобы узнать его, нужно было освоить серию сложных упражнений. Женщина, не будь дурой,
Занимайся физкультурой! Франк решил прощупать сенсея с помощью Колорадо и заставил его записаться в пляжную секцию «Бодрость духа». Ответ на вопрос, где скрываются сокровища Алаколя, мог дать гала-концерт, который устраивался после завершения соревнований. Ведь среди наград могло быть что-то из спрятанных драгоценностей. Не случайно ведущий вечера Александр Цой так тщательно готовился. Опять суббота, снова звуки за окном зовут гулять, не усидеть, какого черта без 15:05. Звоню товарищу, привет, какие планы на день, давай устроим вертеп, а всех подробностей 7. Не принимаю возражений, мне по тяге гулять, но ты за 2 часа успеешь даже ванну принять. Вперед, вперед в этот вечер, вперед, вперед в этот вечер, вперед, вперед в этот вечер, вперед, вперед в этот вечер. Этот вечер наш. Короче, нечего, Юли, с тебя бутылка вина. К бабуле можешь не ходить, у них лишь водка одна. Возьми чего-нибудь попроще, скажет он бодилонг. Семи подруливай на площадь, 5 минут тебя ждем. Я закалю таких подружек, просто выше пилотаж. Короче, ждем, смотри, наружу. Этот вечер наш. Вперед, вперед в этот вечер, вперед. Вперед в этот вечер, вперед. Вперед в этот вечер, вперед. Вперед в этот вечер. Этот вечер наш. Привет, Серега, чего у нас такой унылый вид? Ну ладно, водочки немного, ты забудешь про гастрит. Так он Сира и Наташа, это мой старинный кент. Мы дружим с ней 7 класса, очень редкий прецедент. Мы с ним прошли огонь и воду, промахали Крым и Рым. Ну что, девчонки, по матрешкам в этот вечер мы не спим. Вперед! Вперед в этот вечер, вперед! Вперед в этот вечер, вперед! Вперед в этот вечер, вперед! Вперед в этот вечер! Этот вечер наш! Спасибо большое! Так много рыбаков, но лишь один таков. Он все поймает тут, и как его зовут? Во время церемонии награждений искатели сокровищ внимательно всматривались в лица победителей. Это он! Муслим Агапашаев из команды «Карган». Первое место. Общий вес выловленной рыбы – 1 килограмм 75 грамм. Серебряный призер Андрей Никонов из команды «Робинзон» выловил окуней на 460 грамм. И, наконец, бронзовый призер Вадим Винтер, команда «Мастерская ресурсов», выловил рыбы на 285 грамм. Но ведь не за этими граммами они сюда ехали. Всего, значит, участников у нас было 26 человек, из которых были 2 девушки, все остальные мужчины. Вот девушек мы бы очень хотели наградить. Надежда была на то, что проговорятся девушки. Тем более, что среди них была Надежда. Вместе с Оксаной и Светой она показала сценку, героем которой был Водяной. Во время съемок никто не пострадал. Возможно, он сторожит сокровища Алаколя. Потрясла она его. Попинала от бессилия. Тоже не вариант. Заиграл.
разложили текст по голосам. Ля-ля-ля-ля. Затем выступала необычная группа «Рэп-Империя» из Иссыка. Именно там в свое время нашли золотого человека. Не исключено, что это как-то связано с сокровищами империи Чингисхана. Иначе откуда у них такое название? Может быть, «Рэп-Империя» означает «Рыб-Империя» и сокровища где-то под водной гладью? Вопросов становилось все больше, а времени оставалось все меньше. Пеликан, зона отдыха, Алаколь, 7 сентября, это небо над водой, соленая вода, каменистый бережок, все приезжают на этот дружный островок. Приехал город из Сильского, отдых без границ, приехал подкупаться и посмотреть на диких птиц, взяли мы с собой на Алаколь. Чтобы было веселее нам с тобой. Спорт, рыбалка, пляж. Алаколь, ажиотаж. Утра и до вечера. Люди отдыхают, много загорают, под водой ныряют, рыбу добывают. Каждый, кто желает, участие принимает. Ведь и страсти всех, всех объединяет. Фестиваль «Окунь-Коль» подходил к концу. Но ни Ольга Наглаева, ни Франк со своей бандой не могли понять, где же скрываются сокровища пестрого озера и что манит рыбаков на эти берега. Франк видел, что Ольга опережает его в поиске сокровищ, и он решился на крайнюю меру. Он попросил Жужу похитить купальник журналистки. Франк был уверен, что без него она не появится на пляже и не сможет опросить организаторов соревнований из компании «Рыбпром». Однако это не остановило напористую журналистку. Сейчас мы расставим все точки над «и» и возьмем интервью у главного судьи соревнований. Турнир прошел очень отлично, в два этапа. Самую крупную поймал у нас муслин, 250 грамм. Так что, думаю, это отличный результат. Говорят, Алаколь скрывает в себе какую-то тайну. Вы знаете эту тайну? Первый раз от вас слышу. А может быть, эта тайна находится вот на этом камне? Смотрите, здесь какой-то старый знак. Это обозначает Алаколь. Предки, которые оставили нам жемчужину наших озер, где они купались, ловили рыбу. Значит, эту тайну раскрывают все отдыхающие туристы. Для туристов Алаколь – это самое отличное место. Пускай все казахстанцы приезжают отдыхать именно в Алаколь. Получают удовольствие, ловят рыбу и участвуют в фестивале «Окунь-Коль». Осталась последняя надежда – выудить, как говорят рыбаки, сведения у организаторов фестиваля из журнала «Ветер странствий». Главного редактора Наталью Боровую вряд ли поймаешь на крючок. А вот технического директора можно попробовать. Каким образом и зачем вас ветер странствий задул на побережье Алаколя? Здесь уже третий год мы проводим рыболовно-туристический фестиваль «Окунь-Коль». Одним из таких важных мероприятий является рыболовный турнир. Есть такое поверье и множество легенд, которые говорят о том, что здесь очень богатое место. Здесь сокровище, конечно, для каждого казахстанца. Это очень хорошая водичка такая, полезная, солнышко. Значит, Алаколь – это и есть богатство, есть клад. Конечно, да. Алаколь, да, с его чудесной изумрудного цвета водой. Внезапно Ольгу осенило. Она вдруг поняла, что лучшие вещи в этом мире не продаются. Это плеск волны, рыбалка на утренней зорьке, улыбки друзей. Все эти сокровища пестрого озера абсолютно бесплатны и одновременно бесценны. Я поняла, в чем богатство Алаколя. Вот оно.
И это настоящее счастье. Но эту тайну подслушал и Франк. Первой его мыслью было купить озеро. Но за время фестиваля «Окунь-Коль» он так привязался к этим людям, к удивительной атмосфере рыбацкого ребячества, что понял, прожить без этого он уже не сможет. Узнав, что перед ним плещется огромное богатство, которое никогда не обесценится и не утечет сквозь пальцы, он решил оставить преступный мир. Франк открыл гостевой дом на берегу Алаколя, чтобы каждый день любоваться этим сокровищем, золотыми переливами солнца на волнах пестрого озера. Если одолела тебя тоска, офисный хандрос на тебя напал, и не виден выход из тупика, доставай компас. Собери подруг, собери друзей, к озеру надежды езжай скорей. Чайки крик подскажет тебе ответ, в чем любви секрет. Ждать тебя доколь-коль-коль, будет Алаколь-коль-коль. И в районе двух, ух-ух, поезд скажет чух-чух. Если на винте больше места нет, и с тобою дружит лишь интернет, шум волны подскажет тебе ответ, в чем любви секрет. Пели-пели мы, пели-пеликан, с нами пел и в небе кружил кан-кан, в клюве принесла птица великан счастье облака. Знай любую боль-боль-боль, лечит Алаколь-коль-коль, но пора домой. Ой-ой, что теперь со мной? Ой-ой. Алаколь, позови, соберусь я вмиг. Ты для нас двоих стал озером любви. Пестрый Алаколь будет ждать доколь. Знай, в районе двух поезд скажет чух.